Я похожа на рэп-исполнительницу? На крутую. Это мой микрофон. Сейчас буду петь. Давайте. И сотни роз не стоят ни одной твоей ромашки. Клоуна? Ромашки летят в костер. Не получается, да? Ромашки. Ну, голос дрожит немного, потому что я стою и дышу так неровно. Но вообще, именно на ТикТоке рушу крутую. Короче, я вам рассказываю. Ладно, не буду говорить, если просто хочу миллион подписчиков в ТикТоке. Хочу, чтобы я была тиктокершей, чтобы я приходила в ресторан и говорила: я тиктокерша, дайте накормите бесплатно. Фу.